Что ж, дорогие друзья, как обещал сделать вам обновление. Вот. Скачали файлик. Включаем интернет. Так, запустился. Ну вот, все. У меня, конечно, телефон идет модемовский. Ладно, не столь важно. Вот он файлик, еще раз показываю. В сторону убираем. Можем, ну, зипом или это. Ну, я как предпочитаю всегда проводником, чтобы меньше следов оставалось. И вот они, два файлика, которые скачаны у вас. Там написано стекло и обновление 19. Ну вот оно, стекло. Конечно, без этих букв будет. Ну, ничего страшного, в принципе. В конце видео мы все увидим. Ну вот, скидываем на рабочий стол. Так вот, ага, сбрасываем, закрываем. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, у меня обновлен. Уже Windows 10. Так, у меня Windows 10, она в рабочей станции. Перед этим у меня обновлен, да, уже стекло есть. Ну, запускаем. Сейчас посмотрим теперь, сколько висит. Ну вот, мегабайты. Еще раз повторяю, интернет подключайте. Ну что ж, давайте пробовать, как все это будет происходить. Идет проверочка. Да, корпоративные, то не обновляется. Вот, видите, заработал. Значит, пошло повторное. И в смысле в том, что корпоративные, они как бы очень, ну, не каждый раз они обновляются. Только драйвера там обновляются, техподдержки нету никакой там, только антивирус, ну, там Java, там еще что-нибудь. Ну и этого не будет. Интерфейс как был, как бы так и остался этого года. Ну вот, смотрите, получилось у меня. Вот, пускай дальше. И как бы, ну да, еще повторяюсь, очень-очень редко у нас обновляется. Ну, у меня тем более для рабочих станций, и как бы только версия следующая вышла, только 32-я. Ну, маленькое название поменялось. Ну, перед этим видео показывал, как он шустренько у меня работает. Ну, обновление идет по мере вашего интернета и по мощности вашего компьютера. Вот, ну, в принципе, маленько осталось. Сейчас посмотрим. Да, сейчас еще раз глянем. Я, конечно, меньше чем уверен, что здесь что-то появится сейчас. Ну нет, здесь обновления нету, только у меня на телефон. Так, ладно, сейчас посмотрим это все. Естественно, только через перегрузку будет. Ну, в принципе, заканчивается. Маленечко осталось. Ну, в принципе, и все. Там осталось перегрузиться. Ну, сейчас я буду показывать только через телефон, как перегружаться будет. Пока мисс удачи. Ну что ж, теперь я через телефон показываю перегрузку. Вот. Осмотрим. Вот. Сейчас глянем, что получится.
Ну, мне-то оно, в принципе, уже как бы после обновления, как это все сделал, все получилось. Еще раз говорю, не старайтесь искать эти обновления, вы нигде не найдете. Это раз. Во-вторых, это как бы я случайно нарвался, инсайдеры есть такие на форуме, вот я нашел. Это специальные файлы дают, чтобы тестировать компьютеры, вот эти версии Windows. Вот, не стесняйтесь, подписывайтесь, конечно, ко мне, видите, вот, маленько осталось. А, в принципе, это у меня нету на Ютубе ни реклам, ничего, стараюсь, чтобы реклам не было. Ну, на сайте еще более-менее то же самое, там на моем нету ничего. Зовите друзей своих, ну, задавайте вопросы. По мере возможности буду отвечать. Ну вот, осталось маленько. Вот. Друзей своих приглашайте, не стесняйтесь. Делитесь. Кто-то что-то, если, например, не может что-то сделать, взяли ссылочку, сделали себе. Как бы, или в Одноклассники, или на какой-то сайт, который вы находитесь. Вот. И будет, о, ну все, в принципе, вот такая у вас будет, это называется стекло, то же самое, как у меня будет, не темное, не там ничего, типа такое будет, ну, в принципе, все, наше обновление за 15 минут закончилось, так что, всем удачи.